вместе. Она меня зацепила, в принципе, собой. Она красивая. Бля, кто дал пацану гашиш на съемочную площадку пронести? Хорошая фигура. Я обалдел, в принципе, еще в 14 лет от ее ножек. Да, в принципе, обалденная. Бля, он прям на уровне того умственного отсталого, который говорит о своей женщине. Я обалдел с ее титик, ножек, мне вообще ее хочется. Ей бы хоть 14, ну ладно. Вообще, она уже женщина. Нахуй ты это вслух говоришь, дурак? Брат, у нее отчим и мама бывшие полицейские. И это мать твоего ребенка. Зачем ты говоришь на всю страну, что ты владеешь ее ножек в 14 лет? Ты больной, что ли, блядь? И по общению, и по всему. Вот это мы вот Сережа, надо было оставить. Мы с Сережей оба тащимся от автомобилей. И он еще и профи.